на периметр. Получается отдать в центр, еще раз туда. Ой-ой-ой! Это больности при стрельбе с дальних дистанций. Еще один хороший мяч. Трехочковая попытка есть. Ковщит. Еще одна попытка. Точно. Видимо, они уже использованы. Причем использованы они впустую. Вот опять, видите, игроки расходятся. Не, во-первых, защитник был рядом. Во-вторых, бросал так на полметра дальше. О, ребята решили в перестрелку вступить. Ну что ж, посмотрим. Пас должен быть быстрым, резким, хлестким. Такой перехват. Бобби Браун. Чтобы основные игроки присели, не получали лишние фолы. Ну, а, соответственно, молодежь и скамейка запасных пусть немного подвигается. Хотя, конечно, чикамбу назвать молодежью скамейкой запасных сложновато. Бобби Браун. Ой, жбам. Через первую четверть. Сейчас уже больше 4 минут отбегал пока в холостую. Прыгает вперед Бобби Браун. Салан Шалон слишком много нарушает правила. Рез забирает подбор, что называется, на опыте. И атака издали. Делал все по правилам. 45 на 37. Мосс бросать не стал. Неудобно было мяч. Снизу подбирал. Нехороший. 18 очков Шалон Уильямс. 18 в первой половине матча. Даниэль Хакет никому не отдает. Долго, долго с мячом один игрок. Бобби Браун не решился бросать, а мог. Время владения еще есть. Вот и маленькая тележка, можно спокойно разыгрывать. Е 10 у Чикамбу. Шил 9. Скромненько, но со вкусом. На периметр Бобби Браун издали. Того, где был бы защитник и другие ребята, стал бы ее бросать. Бросил, не попал. Бобби Браун. Ух ты, жбан, неспортивный, неспортивный. Так, за счет одной атаки. Да, жбан, конечно, сделал глупость неописуемую. Еще один фол, но при этом мяч забрать не смог. Бобби Браун. Я хотел сказать навес. Лавернье. Плохая передача. Ай-яй-яй. Двойку. Кольцем пристрелялись. Тасуем ставит заслон, проваливается. Но не получает. Два штрафника Хайон реализовал. 14-17. Макаби проиграет первую четверть, но с меньшим отставом. Ух ты! Ну, я думаю, это одухотворяет Макаби. Браун. Здесь Браун добавляет, значит, но до протяжении всей первой половины Макаби в роли догоняющих находится. Мячик сваливается в кольцо после навеса Брауна. Везет ему сегодня. Браун с мячом. Рис ставит заслон. Ну и Браун забьет этот мяч. Да, мяч, да. Я думаю, что... Еще один мяч с фолом. Нет. El rebote largo para David Moss, dejando para Bobby Braun, ya está en territorio. Lo peleaba de nuevo Lucas Šorić, está en todas. El rebote para Siena. Bobby Braun se para de tres. Braun dentro. Va a tener el balón en la bombilla, en el poste alto. Ha propiciado un tiro cómodo de Callaway. Eso es la importancia de meter el balón dentro, que los interiores hagan daño. Ahí va David Moss. El balón va a quedar por fuera. El triple de Bobby Braun dentro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Marcelus Kemp. De nuevo, mucha circulación. Muy atascado el juego de ataque de Unicaja. Bobby Braun. Vaya bandejita. Unicaja de Málaga. 80-78. Hay que defender. Hay que evitar el triple a toda costa. El balón va a quedar para Bobby Braun. ¡Canasta! De fuera y a cambiar la cancha. Lo dejamos otro día, ¿no? Está el partido calentito. Yo digo una cosa, ¿eh? Qué complicado es ser entrenador, porque Matthew Janin ha tenido una racha increíble y de
de repente ha desaparecido la pelota.